С самого утра 2 мая к месту проведения траурного митинга у Дома профсоюза в Одессе на Куликово поле стянули большое количество военных и правоохранителей. Вся территория огорожена бело-красной лентой и оцеплена представителями правоохранительных органов. Вход на место проведения митинга осуществляется только в двух пропускных пунктах – со стороны железнодорожного вокзала и со стороны улицы Пироговской. С самого утра на площадь приходят люди, чтобы возложить цветы. Всех пришедших пропускают через рамки металлодетекторов. Удостоверение личности правоохранители не требуют, но на огороженную территорию запрещено проносить фото и видеотехнику, а также крупногабаритные предметы. Это чистые души, которые будут вознесены на небо.